Сегодня к нам в студии присоединилась королева ухода за кожей Хоуп Голдвин. Вы воплощение американской мечты. Репутация – все в этом бизнесе. Ваша история вдохновляет. Красота – культурный бизнес. Бизнес – это культурный бизнес. Надеюсь, вы не думаете, что я стажируюсь на вашей территории. Зачем слушать другого специалиста по уходу за лицом? Беспокойся о том, почему ты сказал мне, что заплатишь аренду вовремя, все вот-вот взорвется. Простите, электронное письмо. Какое электронное письмо? Обращаюсь ко всем своим клиентам и друзьям за помощью. Я в больших долгах, потенциально теряю бизнес. Мне нужна сделка. Меня взломали. Это даже не похоже на меня. Это не я, Марин. Я знаю. Черт. Меня пытаются уничтожить. Люди любят скандалы. Интернет? Уменьшайте его. Составь список своих врагов. Кто желает причинить мне боль? У кого доступ к фотографиям твоего лица? Я публичная личность. Она в журналах. Это как... Иногда нужно развести огонь для тушения. Это твоя жизнь, моя жизнь. Чувствую угрозу. Не дело в коже, с которой начинаете. Речь о том, что готовы сделать, чтобы добиться желаемого.